Раскатываем одну часть теста для хачапури. Всего у нас получилось 4 части. Раскатываем, кому как нравится. Кто-то квадратиком. Мы раскатываем такие лепешки. Тесто постояло в холодильнике. У меня получилось больше часа. Такое эластичное, хорошее. Скатываем. Теперь на середину кладем начинку. Так ее распределяем по центру. Далее нужно соединить края лепешки, так в центре. Хорошо залепить. Прямо залепляем, залепляем. Так. Треплю кусочек. Переворачиваем. И раскатываем скалкой такой вот кружок, ну, по диаметру сковородки. Скатали, проколол чуть-чуть вилочкой, потому что воздух, чтобы был выше лишний. Все, теперь нашу лепешечку выкладываем на разогретую сковородку. Сковородку для первого хачапури немножко смазать растительным маслом или сливочным. А потом последующие мы жарим на сухой сковороде на среднем огне до подрумянивания. Выложила хачапури в сковородку. Теперь накрою сковородку крышкой. И пусть несколько минут жарится до легкого подрумянивания. И вот хачапури перевернула на другую сторону. Немножко он разорвался. И творог шипит. Ну вот, приблизительно до такой кондиции нужно его жарить с обеих сторон. Готовы хачапури обильно смазать сливочным маслом, дать пропитаться.
этим ароматом. Такой запах стоит. Вкуснятина просто. Последний хачапури, 4-й дожаренный. Вот они, мои красавцы. Такие пышные, горочка. Красивые, аппетитные. Так и хочется поскорее попробовать. Ну вот, попробовала я свои хачапури. Просто объедение. Тесто очень вкусное. С чаем вообще прекрасно. Поэтому готовьте хачапури по нашему рецепту. Приятного аппетита! Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуйте наши видео своим друзьям. Спасибо за внимание!